мы сегодня будем готовить драники. И я опять вижу муку, кстати, я сниму штаны. Зачем? А потому что мне надоело вычищать потом. Я не пофигу. Это новенькие штанцы мои. Извините, конечно, может это выглядит странно. Но конечно, ты задом стоишь к камере. Но я буду, мужики, я сегодня буду без штанов. Сыпем муку. Сыпь, сыпь. Вы извините сегодня, но я буду сегодня голый. Я снимаю все. Вот. Ну не. Все? Да. Можете просеивать ее, мы не будем. Мы уже просеяли. Да. Она новенькая. Как? Ну, кто-то у нас сейчас будет чистить картошку. Кстати, ты где служишь, говоришь? Овощевые войска? Иди почисти картошку, ты же умеешь. А я пока займусь яйцом. А помыл? Да помыл уже. Вот специалисты. Блин, ну если что будет с этими? Со скорлупой. Сегодня, походу, я с аппендицитом уеду. Открой мне. Я так понимаю, я с аппендицитом уеду. Да. Мне надо одному готовить, потому что после твоих блюд мне потом в Ессентуках лечиться. Вместе с офицерами там лежать, ходить на дискач. Сноску делай. Что такое Ессентуки? Да люди там лечились, там столько. Я не думаю, что на... Ну вот мои 21 подписчик, а, извиняюсь, 22 подписчика, они не знают, что такое Ессентуки. Им надо объяснять. Там столько цирозников, ну, твоих одноклассников. Подожди. Так, ну сейчас мы отключимся на полчаса, потому что это долгий процесс. И тишина. Почистили картошку, теперь надо ее натереть. А натерять на какой? На большой, на маленькой? Да вот она. Ну вот она. Так быстрее. А я с этой. Так просто быстрее. А что ты такую тарелку взял? Так, и добавляем сюда маслица. Буквально чуть-чуть. Мы добавили яйцо, муку и картошку сейчас. Теперь надо перемешать. А соды? Соды буквально чуть-чуть, чтобы на кончике ножа было. Опа. Где она? Ты главное подальше. Ты муку. Подальше, чтобы и нас было. Вот тогда идеально стояло. Когда сидел. Вот сейчас вот тут мы на троечку поставили, она сейчас должна нагреться. О, во, видишь? Вот. Вот. Красота. Да, чтобы вот эти вот края загорелись, мы делаем вот так вот. Хова! И она, смотри. Волшебник не иначе. Опа! Все, она нагревается везде. Далее. А ты это волшебство используешь в автобусах? Ладно. С бабками только если. Лепим. Лепим как котлетку. То есть, я думал... края топ-топ-топ. Все. Ступой немножко прибить, есть что-то? Стопой. Просто давай твоя партия, это, а моя будет следующая. Ок! Батл! Ага! О, как сцепились мои. Да, не знаю, видишь, ты даже замолчал, это искусство. Да я просто знаю, что у меня будет лучше, чем у тебя. Давайте как с блинчиками. Оба! Все. А не надо завидовать, стоять, как бы дышать. Давай я. И медалями. Но... Все. Но я-то подкидывал. Ну, я что делал? Ну, ладно, не буду спорить. Ну, моя партия доготавливается. Давай, сейчас же. Тут уже все понятно. Все понятно, что изыск, мощь, запах. Да, ну, каждому по одному. Да, где моя-то? Вот, ну, давай. Мокрая. Да. Удалось. Смотри сейчас на него. Еще как шапочка. Я не могу. Волосы такие под... Как может час тебя снять еще? Переверни на себя, Серджи. Вот так. Индийская мода. А сейчас Жека начнет свою партию. Моя уже готова. Так не пригорала, но это сильно много, да. Да. Ну можно же и так сделать, да? Сюда нет. Почему? Ну, там ты глянь, жарено. Вот в сюда, окно. Да? Никогда не обливай голубей. Так. Искусно.
вкусен этот мужик. Вылепляем. Вылепляем. Так. А как правильно делать? Вот так. Вот так. Да ё-моё. Я молчу. Я тоже. Да ну нафиг, я думал, сейчас пошлёпаю, всё. Ну, всё нормально, всё нормально. Я так и хотел. Всё идёт по плану. Вот они какие. Красавцы. О. Ну, оператор, конечно, не вьется, вьется. Не в естественной позе, конечно. Нормально, сегодня мы, конечно, хорошо готовим. Работает наша команда отлажно. Мужик, а сколько можно? Давай уже. Все, достаю. Конечно, терпение есть, но... Так. Итак, выходит на... Так, а ты руки помыл? Профессиональный. А ты руки? Профессиональный готовщик. У меня кровь вытекает. Готовщик с опытом готовки уже 30 лет. Готовлю. Уже, а в чем утеть? Первый раз на кухне. Первый раз на кухне. Почему так горит? Второй раз в сознании. Давай. Уменьшаем газик. Газик. Уменьшаем газик, это ты про свой организм не говори, давай про плиту. Добавляем немножко маслица, у нас все уже горит, ребята здесь тупят, что-то жестко, они очень сильно все жарят. Дальше мы это все... Там меня не видно? Вот так вот, вот так вот, вот так вот перемешиваем. Дальше ложечкой берем, вот так вот аккуратненько ложечкой, хопа. И тоненько-тоненько начинаем это все дело разминать. Вот. Профессионализм не пропьешь. Ты сейчас трезвый хоть? Нет. Я пьян, я пьян. Я просто в опьянении. Я когда готовлю, я как пьяный. Я как пьяный, когда готовлю. Угу. Потому что это для меня, это искусство. Искусство. Угу. Готовки. На удивление у него классно выходит. Да я вот думаю, он может нам операторами стать. Как ты думаешь? Но у меня трясутся руки от вина. Трясутся ноги. С бодуна. От бега. Покажи на камеру, как выглядят мои. Вот, видишь, как они прожаренные хорошо. Ну, так сейчас вот эти выглядят. Ну, я уже показал. Это не драники, это просто какие-то горелые непонятные штуки. Не надо тут... Понимаете, сразу видно, кто профессионал здесь. Вот Джека хочет показаться ли таким грубым, знаете. Ну смотрите, вот эти вот милые вещи выдают его. Вот тут вот это стоит, тут дельфиненок. Мы же уходим, и Джека... Ты что, такой... гонишь, что ли? Да. Это шутка. Это, конечно, это все неправда. Прости, критик. Так, ну что, давайте начнем... Чиферить. Нет, давайте, это чья? Это моя, да? Давайте, ну, может, с моей начнем. Давай. Ну, давайте, разбираем. Нет, тут это... А можно масло я отожму немножко? Конечно, конечно. Теперь ставим по пятибалльной шкале оценку. Жека, ну, что скажешь про содержание? Ну, что-то между тройкой и четвертой. А речку? Ну, 3,5. Серджио? Ну, не знаю. Два. Двоечка кулика. Не, ну на троечку тянут, короче, тайба. Во-первых, в чем проблема? Они внутри сырые. Ну, это я заметил. Плюс сверху подгорели. Как-то неравномерное распределение температуры внутри дальника. Масла много. И вообще ты нам не нравишься, поэтому мы засудили тебя. Выгнали его, да? Все куплено. Так, дальше. Так. Это арыша порция. Арыша. Спасибо. По-моему, зуб сам. Что-то хрустно. Ну, это на пьедестале. На 3,5 я бы тоже.
4. У Варыча проблема та же. Но у Варыча они еще толще. Да, и... Ну, кстати... Я делал потоньше. Ну, нежней. То ли это от моих рук, то ли что, я не знаю. Полапал я сейчас лежать. Так, ну тут я вижу... Профессионализм я тут вижу. Того, что не говорил, но вот эти вот драники, он получил лучше всех. А есть четверка, я думаю, нормально, да? Да, да, тут все удалось. Ну, конечно, потому что они тоньше. Да. А где солюшка? Да. Итак, какой мы сделаем вердикт нашей готовки? Ну, ну ты красавчик, чё? Давайте эти отношения... Как повар, кто вы? Я вообще пиратор. Почему не себя красавчик? Хотим попрощаться с вами, попрощаться. Вдруг мы не доживем. Будешь? Вообще выдержишь? Пустоту сделаешь? Пустоту сделаешь? Ладно. Давайте. Пока. Вам приятного аппетита. Пишите, что нам еще сготовить. Мы под вашим рукав... В комментарии. Да. В комментариях пишите. Вот такое-то блюдо. Свинина нашпигованная ягнятами, опоссумами всякими. И подробное описание, как это готовить. Ну, чтобы мы не заблудились, когда готовят, вот вам будет респект. Пишите, готовьте, смотрите нас. Пока. Пока.